Всем привет! Произвели мы 4 инкассации в данном месяце. Всего мы проинкассировали со всех четырех точек 18 тысяч. Чистая прибыль, из которых составила у нас 12,5 тысяч. Вот такой, ребят, у нас пакет с десятками, получается, в котором находится 18 тысяч. Сейчас его как раз будем измерять. Вот практически 11 килограмм вешает 18 тысяч рублей. Вот как раз та коробочка, где, получается, мы ложим, фасуем, точнее, десятки вот в такие пакетики. В каждом пакетике таком находится 2000 рублей. Вот, но иногда меня просто спрашивают о том, могу ли я поменять. Вот поэтому беру с данной коробки вот эти пакетики, хожу, меняю, вот, получается... Так бы тут еще больше было бы денег. Вот это чисто вся прибыль с автоматов. Сейчас еще вот этот пакет будем ложить с десятками, где 18 тысяч будем также фасовать. Вот, а рядышком коробка получается как раз с теми рублями, которые нам засовывают в данные аппараты. Вот, получается, вот у нас пакетик. Вот такой, в одном таком пакетике находится 100 рублей. Вот, таких пакетов у нас сколько здесь? Получается, раз, два, три, четыре, пять, 15 штук, получается, 1500. И еще вот здесь вот практически 400 рублей. Вот просто таких пакетиков не было, поэтому не расфасовал. Вот здесь коробка получается из 2000 рублей, рублями. Вот, также, кстати, в этом месяце еще... Закинули мне в автоматы вот такие заготовки. Вот я их не показывал, вот сейчас вот как раз покажу. Получается, вот эти вот у нас старинные деньги, с ними все понятно, здесь ничего в принципе удивительного нету. Вот, а вот это вот достаточно интересная штука, так и не понял, что это такое. Вот, ну, у меня как бы догадки. Получается, просто обычно вот такую вот 10-рублевую монетку взяли, стерли, полностью рисунок весь убрали. Вот и закинули. Не знаю, для чего это сделали. Может быть, это, конечно, и не десятки. Вот кто знает, вот напишите в комментарии. Для сравнения, вот она обычная 10-рублевая монетка. Вот и вот такая заготовка. Вот, получается, по толщине они одинаковые практически. Вот. Даже не практически, ну да, скорее всего это 10 рублей есть, ее конкретно от рисунка стерли, не знаю, кто-то заморочился, для чего они это сделали, непонятно, вот, и вот по размерам, вот как раз вот, видимо, вот эти грани стерли, поэтому чуть-чуть вот 10 рублей немножко так выпирает, ну, все-таки, да, это скорее всего 10 рублей, они даже вот по весу одинаковые, вот, всем спасибо за просмотр, всем пока!